Что нужно женщине в преддверии 8 марта? Это, естественно, цветы. Паш, ну мне кажется, цветов будет недостаточно. Утренний вкусный горячий кофе. Ну и, конечно же, спортивный мужчина. Если с первыми двумя пунктами у нас нет проблем, то третий сейчас мы будем исправлять с помощью вот этого велобара. Велобар, друзья, это нереально круто. Сейчас мы будем ездить по городу и поздравлять женщин, дарить им цветы, угощать вкусными напитками. А главное все это делать с ветерком. Ну что, садимся? Я сюда, сюда. Раз, два, погнали! Итак, друзья, это Заур, создатель, конструктор этого невероятного велобара. Скажите, сколько велосипедов вы разобрали, чтобы собрать велобар? Сколько людей здесь помещается? Это, конечно, большой секрет. Но 12 тут точно есть. Крутить педали, при этом общаясь, выпивать напитки и кататься для удовольствия. Заур, скажите, а мы первые пассажиры на вашем велобаре? Кого-то уже катали? Вы единственные пассажиры первые в России. Считай, первые. На юге это точно. Какая максимальная скорость, которую может развить велобар? Тут суть не в скорости. Для того, чтобы понять, какая скорость, вот сейчас можно будет снимать позади меня, нас обгоняет бегун. Ради чего мы здесь сегодня собрались? Ради милых и прекрасных, Паш. Да, прямо сейчас мы будем приглашать прекрасных представительниц великолепной половины велосипедного человечества, приглашать на наш велобар, будем угощать их напитками, будем дарить им цветы. Нужно забрать бармена. Да, обязательно надо забрать бармена. Шершаляфам, как говорится, вперед, давайте посигналим. Мы поздравляем вас с наступающим женским днем. Здравствуйте, в преддверии 8 марта мы катаем прекрасных девушек на нашем утреннем, хорошем утреннем велобаре, угощаем замечательными напитками. Мы можем вас подвезти. Прокатимся, вам же туда? Да, да, пожалуйста. Это вам. С праздником вас наступающим. Ура! Как вас зовут? Ну, вы знаете, придется крутить педали. Какие у вас любимые цветы? Тюльпаны. Тюльпаны? Да. Слушайте, ну вот же. Как настроение, расскажите? Весеннее настроение чувствуется? Особенно здесь. Ну, потому что между двумя мужчинами. И что хотелось бы получить? Какой подарок в преддверии 8 марта? Путешествие. Куда путешествие, если не секрет? На Эльбрус. Подарок, который принесет как можно больше весеннего настроения. Ну, это уже не шуба. Уже? А если она принесет весеннее настроение, то это может быть и шуба. Много цветов, очень много. Поездка куда-нибудь за границу. На Эльбрус? Нет, за границу. В горшке подойдет цветок? Конечно. А еще что-то будет, кроме цветов? Я хочу получить работу. Чтобы у меня были часы и телефон. Часы и телефон. Желательно, а может быть часы на телефоне? Нет. Какой самый запоминающийся подарок в день 8 марта для вас? Самый запоминающийся, наверное, когда мне предоставили выбор самой выбрать этот подарок. Неожиданный букет на работу. Звонил курьер и сказал, спуститесь. Вот, вот и я спускаюсь, а там букет цветов от курьера. А все поняли, какое различие было между тем 8 марта и этим? У вас была работа. Путешествие на яхте по Москве-реке. Ну разве ладно, просто давайте расходимся, ребят, со своим велобаром. Спасибо, с праздником. Творчество каких российских звезд вы любите? Дима Билан. Где тебя искать? Прошу ты мне ответ. Ну такой, Серов. Ну да, можно, да. Я люблю тебя до слез. Снова дождь рисует. А, это Мадонна. Вам в нашу сторону? Или мы вас в другую сторону? Вообще в ту сторону. У меня там ребенок остался. Вы меня увезли. Можно попросить вас нас чуть-чуть подтолкнуть? Погнали, друзья, все. Все же доконечные, да? Никому сходить внутрь. Мы в Темрюк вообще. А мы за счет нас едем или кто-то? Нет, кто-то халявит. Просто смотрите, когда Паша говорит, он не крутит педали. Ребята, либо мы медленно... Ускоряемся. Господь! We'll be right back.
Остановка Горького. Выходим. С праздником вас! Оставайтесь всегда такими же красивыми, замечательными, улыбчивыми. Хорошего вам настроения. Хорошее утро! Поехали дальше? Поехали. Все, мы едем дальше. Доброе утро, Кубань! Все проснулись, я надеюсь. Ну, наверное, мама у нас все. Полдня спит, наверное. Я хочу не сказать, чтобы она не уставала, чтобы у нее все. Чтобы больше работала. Да, чтобы у нее было больше денег, чтобы она была здоровой и сильной. Думаешь, это возможно? Да. Это реально? Да. Мама сильная, мама справится. Да. А ты на велосипеде катаешься? Да. Уважаемые, милые мамы, дочери, сестры, племянницы, бабушки милые, прекрасные дамы, мы поздравляем вас с замечательным международным женским днем. Желаем вам всего самого доброго, чтобы улыбки не сходили с ваших лиц, чтобы вы всегда оставались такими же прекрасными. Ну а мы едем дальше поздравлять наших замечательных кубанских женщин. Эй, вперед! Ждите нас, и мы вручим вам подарочки.